9 губерний: Киевскую, Черниговскую, Подольскую, Волынскую, Полтавскую, Харьковскую, Екатеринославскую, Херсонскую и Таврическую. Керенский соглашался только на 5 первых из названного списка, но главным образом скандал был вызван явными угрозами и даже шантажом со стороны Винниченко, цитирую. Во французской печати утверждается, что украинский сепаратизм действует на германские деньги. Это утверждение может привести только к росту германофильских чувств у украинцев и надежды на сотрудничество с Австро-Германией. Да, это был уже явный перебор. Временное правительство квалифицировало заявление председателя Центральной Рады как акт государственной измены. Но Винниченко решено было дать время на то, чтобы обдумать свое поведение. Она была мужественной и сохраняла мужество до конца. Она прямо писала... анекдот. Дивное получилось радио. Китайцы, вот. Хай-фай, супер-мирикл. Ивиро Андрей Страйло. Весу дуй трин фишта. Láthassák, mi az igaz világosság, igazán megtanulhassák, és szívekben meg... Egy ostrim zakorjóanyi kisecsnika, prejéhol az asztíti, lenova olíja, môže búti... Szerma abát, gyágyi. Szerma abát, gyágyi. Szerma abát, gyágyi. Какой там 310-й? Рядом не лежал. Это сейчас пассивная антенна работает. Președintele american Donald Trump impune noi sancțiuni Venezuelei și vremea va fi călduroasă. Радонеж бодается с Ираном. Temele economice actuale pentru a le corela cu agenda parlamentară. Poate sora de Zumar se hadăta în eșlaus în ebe.
قد يمض قلبين. Советского прошлого, утратившие свою национальную идентификацию, оставив при себе лишь еврейскую фамилию. Это дикий зверь, выходящий из моря. Этот зверь от... Адам Индуси. На фоне Ирана. Analiză pentru găsirea celor mai bune soluții. Это уже приятно прям пользоваться. Также, по данным украинской разведки, в оккупации... такой опасности и такого страха у пророков находим у более позднего пророка, пророка Хизкиэля. Одни попы кругом. Сказать вот вернуть увагу на пустые вещи первой необходимости в преддверии разрушительного урагана. В одном из магазинов Хьюстона очевидцы засняли ажиотаж, который возник из-за последней партии бутилированной воды. Сообщается, что в соседнем магазине во время давки пострадали несколько человек, а троим покупателям даже пришлось обратиться за медпомощью. Отмечается, что Техас первый на пути мощного шторма, затем сильные ливни с грозами переместятся в соседние Луизиану и Миссисипи. Орнитологическая служба Московского... Ястребы, которые занимаются так. Лоран. Это какая-то фигня. Антенна-то коротковолновая у нас. Надо аттенюатор увернуть малость. Пассивная, напомню, антенка. 3 метра всего лишь. В ночи на południu Polski przelotne opady deszczu, miejscami burze, także na wybrzeżu możliwy przelotny deszcz. Temperatura minimalna od 9 stopni lokalnie na północnym wschodzie do 14 na przeważającym obszarze i 16 lokalnie na południu. Wiatr słaby, na wybrzeżu umiarkowany z kierunków zachodnich, a na południu kraju zmienny. Podczas burz porywy wiatru do 70 km na godzinę. Non, mais aucune équipe ne s'était imposée à des renommées dans cette ligue qui sont les plus jouées. Voilà, avec le MOB qui a remporté le premier championnat professionnel. Ce groupe en Ligue 2 et n'avait pas décollé. Kuba, qui dans les dernières minutes n'a pas abdiqué, est revenu avec un nul. Oui, c'est important pour les Kubiens. Туркмен Башиш там модуляцию где-то потерял. Но работает шикарно все.